Привет, мои друзья. Мы вечером сейчас выбрались на море. Только что дождик срывался, но тем не менее мы с Павлиной и Саркисовной тут полетали немножко. Даже дельфинов видели, но не на записи, конечно. Они так вот между волнами прыгают. Или между волнами, скорее всего. Жемчужина работает. Вот такой вот коротенький релакс с берега, с архипо-осьповки. Сегодня штормит. И закат такой, вроде бы и не закат, и непонятно что. Ну, уже темно, конечно. Блин, мы забыли над Малибу пролететь. Ну, да ладно. Ну, все, всем спасибо за внимание. Вот такой вечер в Архипке.